поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой.
Приветствую. Покажи, что у тебя. Бывай. Гостера, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван. Деревца, Дерван. Урод. Еще чего-нибудь? Как тебе жизнь при нильфгаардцах? Да как и при других. Стригут налоги, реквизируют то одно, то другое. Но зато заботятся, чтоб в деревне порядок был. А Тимерия тебе не жаль? Жаль ее мне, может, и было. Полгода тому назад, после смерти короля Фольтеста. А теперь я хочу только, чтоб тихо было. Может, есть нечто, что интересное под прилавком? А это зависит.
прощай. О, ты вернулся! Так как? Сыграем партийку? Сыграем в эту твою игру. Интересная партия. Если захочешь взять реванш, дай знать. О, ты вернулся! Так как? Сыграем партийку?
сыграем в эту твою игру. Интересная партия. Если захочешь взять реванш, дай знать. Сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне б конец пришел. Люди всякое болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починит повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены. Дай-ка взглянуть.
Береги себя. Сидел дьявол на трубе, самогон гнал себе. Вышел дьявол в В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Варвары. Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Следы свежие. Мыслов только что вышел.
Ты мыслов. Слышишь? Волки? Хотя нет, дикие собаки. Да, они опаснее волков. Собаки опаснее волков, не преувеличивай. Говорю как есть. Знаете почему? Нет, но чувствую, что сейчас узнаю. Потому что волки охотятся, чтобы утолить голод, а дикие собаки убивают для забавы. Совсем как люди. Да, многому они от нас научились. Так почему бы и не жестокости? Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нильфгаардцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Это о вас в деревне говорят? Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что, ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы, корову на мясо, а дворнягу ради что пнут походя. Но избивают эти шавки в стае. Голодные, исхудавшие, все в струпьях. А подыхать не хотят. Потому умные. Умнее даже, чем лисы. И страх, как озлобленный на людей. Ну давай! Поздно. Они уже на кого-то напали. Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите, не хочу я об этом говорить. Я тоже выродок. Да, но другого рода. Если это ликантропия, я могу помочь. Что? Ликантропия, волколачество. Я уже помогал в таких делах. Обычно это простые проклятия, которые... Сын помещика Флориан и я любили друг друга. Дитер застал нас на конюшнях. Меня выгнали, а Флориан повесился. Барин начал пить, имение пришло в упадок. Вот и вся история. Мне очень жаль. А, что было, то прошло.
Мы шли не эльфгардцев смотреть. Пойдем. Ты знаешь что-нибудь об этом грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу идти. Так что даже грифон не приметит.